Играли на победу, нужен был результат, и слава богу, что так получилось. В первом тайме еще должны были, наверное, все вопросы решать, да, столько моментов не реализовали, хорошо сыграл вратарь, вот, но не сбавили оборотов, старались поджимать и добились своего. Сыграла полностью вся команда, да, пресекали на корню все атаки, но тем не менее было пару моментов, где, опять же, все команды отбивались и не позволили забить, что и по, ну, помогло нам, в принципе, достичь такого результата. Системообразующий игрок, но, скажем так, есть достойные замены. Я думаю, будет немножко где-то, может быть, не хватать, но, в принципе, я думаю, справимся. Сейчас посмотрим на жребий, что там получится, какая группа. Ну, я думаю, справимся со сложившейся ситуацией. Да ничего не изменяется. В принципе, мы уже играем месяц в таком режиме, так что ничего нового. Побольше времени уделим восстановлению, спокойствию, отдыху и настрою на серьезного соперника.